Все принято. Большое вам спасибо. 73. Удачи вам, Мария. До свидания. Ульяна Тамара 8, Иван Анна Зоя. Ульяна Тамара 8, Иван Анна Зоя. Добрый день. 5-9 с плюсами. Безингийское ущелье. Оператор Виктор, прием. Добрый вечер, Виктор. 5-9, Олег, Донецка. Спасибо, 7-3. Олег, удачи, 7-3, Кёрзет. 40 метров для всех. Радио Тамара 9 киловатт, дробь 7, дробь Павел. С 9 по 20 августа 2016 года экспедиционный центр туризма, альпинизма и радиосвязи «Горы для всех», член Краснодарского регионального отделения Русского географического общества и Международного клуба радиопутешественников «Русский Робинзон» при информационной поддержке журнала «Экс» «Альпинизм, туризм, путешествия» совершил очередную высокогорную радиоэкспедицию в Кабардино-Балкарии в рамках спортивного горного похода. На маршруте 5 категорийных перевалов, с которых операторы связи выходили в эфир на коротковолновых диапазонах на международные дипломы из серии «Горы для всех».
передвижного базового лагеря и спортивной маршрутной группы. Маршрутная группа состояла из 4 участников, руководителей «Горы для всех». Сергея Смоленцева с позывным R6DCS и Марии Деминой R6DGO, а также представителя Краснодара Игоря Контора и Зарины Сагандаковой из Нальчика. Кавказские помидорчики. Готовьте. Спасибо вам, удачи. Всем высокогорная радиоэкспедиция. Всем высокогорная. Да, Юрий, принято, без проблем. Юрий, удачи вам, всем три. Пока-пока. Базовый лагерь экспедиции представляли 3 оператора связи. Из Ессентуков Виктор Губин, позывной УА-6G, из Пятигорска Петр Воронков, позывной РТ-6G, из Новошахтинска Ростовской области Виктор Фальченко, позывной РХ-7Л. Старт экспедиции с началом маршрута и первым базовым лагерем был дан 9 августа в окрестностях альп-лагеря Безенги в долине ущелья Черика Безенгийского. Завершение состоялось в альп-лагере Шхельда в районе южного Приэльбрусья в долине реки Адлсу. Всем радио Тамара 9 киловатт дробь 7 дробь QRP. Базовым лагерям и маршрутной группе активно помогали пилоты экспедиции, операторы связи из Краснодара Александр Грачев, позывной УА-6АГW, и Анатолий Савин, позывной РА-4HL из Сызрани. По итогам экспедиции клуб «Русский Робинзон» очередной раз наградил коллектив экспедиционной горной коллективной радиостанции РТ-9К-6 и констатировал, что эта экспедиция была единственной в текущем году.